Вид довольно хрупкий.
Лучше начать сначала. О, нет. Хорошая работа. Yeah.
Я уже начала волноваться. Ты нашел то, что искал? Да, я нашел то, что искал. И что же это такое? Часть доспеха древнего воина. И что же в ней такого особенного? Доспехи где угодно найти можно. Я надеюсь, она поможет мне в битве с Титаном. С каким Титаном? О чем ты? Он находится в вулкане. Послушай, сейчас не до этого. Мне нужно пойти и поговорить с друидом Элдриком. С тем психом? Хотя, если уж ты о титанах заговорил, может, он здесь и не единственный псих. А кто на этом острове не сумасшедший? Думаю, мы с тобой тут единственные, кто еще не полностью спятил.
Хотя я сама не до конца в этом уверена. Мы с тобой? А есть ли на этом острове еще кто-то, кому ты можешь доверять? А раз ты сюда один прибыл, значит, и до этого никто особо доверия у тебя не вызывал. Я ни от чего не бежал. Не поэтому я сел на тот корабль. Не знаю, чего я искал. Но уж точно, ни от чего не убегал. Похоже, у нас много общего. Что же мне делать с Титаном? Если его освободить, может произойти все, что угодно. С другой стороны, если Инквизитору удастся хоть как-то с его помощью остановить бури... Такое решение на этом острове больше никто не в силах принять. Что бы ты ни решил, твое решение будет правильным. Дон Эстебан знает, что случилось. И что он сказал? От него помощи не будет. Да, это похоже на него. Так или иначе, мы вынуждены рассчитывать только на свои силы. Мне нужны зелья.
Мастер, мне нужны свитки. Вот и все. Заметано. Вот и все.
Thank you.
Thank you.
Oh!